Добрый вечер. Продолжаем рождественские гадания. Раз в крещенский вечерок судари гадали. Загадаем себе циферку от 1 до 6. Либо порядок. Сейчас я разложу 6 карт. Я вам выбрала 6 дам. Но есть одна карта, которая не указывает на личность дамы. Ну, там что-то будет другое. Сейчас сосредоточьтесь и загадайте себе либо цифру от 1 до 6, либо расположение карты. Я начну вот отсюда. Госпожа, ну, сами понимаете, да, такая вот она властная будет дама, блондинка, вальяжная, ценит свою красоту, вот прямо она на троне сидит, понимаете, не на стульчике просто, скромненько, да, а вот она прям вальяжно показывает, какие у нее ноги, прикрытая грудь, красивые руки. И она смотрит на вас сверху вниз. Ну, кому-то такие дамы очень нравятся. Посмотрите, запомните, вдруг потом напишите мне в комментариях. Похоже, может быть, кому-то прям вот похоже очень дама выпадет, да? Скорее всего, любит золото. Вот у нее такое золотое шелковое платье. У меня вот такие ощущения какие-то идут от этой карты. Так, открываем следующую карту. Воительница. Ну, тоже такая активная дама, активная брюнетка. Ну, она может быть, конечно, и не брюнеткой. Это здесь она изображена брюнеткой у нас. С мечом. А может быть, она вас завоюет даже. Тоже такая фигуристая вся. Вот такая сила от нее идет, да? Достаем следующую, открываем. Ну посмотрите, посмотрите. Ну прям очень секси дама. На название можно карту не смотреть, а посмотреть просто на картинку и понять свои ощущения. Ну, явно полна любви, готова к приключениям. Тоже красотка, стройненькая, длинные черные волосы. Ну, она вот себя прям тоже любит. Она прям собой, мне кажется, как сказать, любуется, любуется, да. Тут, конечно, никаких комплексов нету. Ну, все как мужчины любят, да. Следующая загаданная дама. Опять блондинка. Глазки у нее, конечно, что-то прикрыты. Она, наверное, какая-то стеснительная. Вся такая нежная, нежная. Такое у нее прозрачное одеяние. Она в руках у нее радуга. Ну, любит красоту, скажем так, да. Немножечко даже волшебница в каком-то роде. Ну, нежности. Эта девушка будет хотеть нежности. Грубого обращения, конечно, она с собой не потерпит. Улетит сразу на свою радугу. Только вы позволите себе какое-то грубое с ней обращение,
все, дамы, как не бывало. Ее сдует на радугу. Открываем следующую загаданную даму. Вот именно то, про что я вам говорила. Маскарад. В общем-то, может быть какой-то подвох, если даже и будет дама, но истинное лицо окажется совершенно другим. А может быть, знаете, такая вот вся «Вау, вау!» Бывают такие женщины. Господи, женщина-праздник. Вот вся яркая, вот ее прям много. Она заполняет собой все пространство, вот где она появляется. Сразу хочется куда-то спрятаться, убежать. А может быть, это будет водоворот женщин? Ну, маскарад, когда это же много скрытых людей и масок, и непонятно, кто за маской. Так что будьте готовы и к такому развитию событий. Ну и завершающая карта на сегодня. Колдунья. Рыжая, страстная женщина. Ее, конечно, интересует больше ее сила, ее магия. Вот она даже так у нас и не смотрит на мужчину. Да, мужчине здесь позавоевывать надо будет. Прям постараться, чтобы очаровать и привлечь внимание к такой даме, нужно очень-очень постараться, потому что она в себе уверена. Вот у нее даже перья из рукавов летят, так что она разделать может любого в пух и прах. Здесь только сильная личность должна быть. Вот такие вот у нас сегодня получились дамы. Очень интересно мне будет послушать и почитать в комментариях, что у вас, как у вас отыгралось в этом году. А вдруг вы встретите уже прям скоро эту даму? А может быть и не очень скоро, но все равно напишите мне в комментариях. Давайте еще раз посмотрим на тех дам, которые у нас тут открылись. Вот они у нас какие все разные, и скромные, и страстные, и владычицы морские, и сами себе на уме, на любой вкус. Всем удачного года и всем мужчинам желаю встретить даму своего сердца, с которой будет легко, ну, вообще, с которой будет так, как вам хочется. Кому-то хочется завоевывать каждый день свою женщину, кому-то хочется скромную, кому-то развратную. Всем разных хочется, всем подстать себе. Желаю вот такую девушку встретить.